А хочешь, я помогу тебе разобрать вещи твои? М? Знаешь, Соня, о чем я сейчас думаю? Нет. А я думаю, что моя сестра удивительная красавица. Ты не представляешь, сколько раз я представлял себе эту нашу встречу. Сколько репетировал. Ты не волнуйся. Мы тоже, знаешь, как переживали. А теперь ты с нами. Ты со своей семьей. Да. Понимаешь? Да. А ты знаешь, как мама рада? Ты даже не представляешь. Да. Да, мама. Как мне не терпится с ней поговорить. Расспросить ее обо всем. Конечно, конечно, все так и будет. Только давай, разбирай. Да. И давай, ложись отдыхать после самолета. Да ты что говоришь? Какой отдых? Это же исторический момент, Соня. Конечно. Но, смотри, у меня предложение. Давай так. Я сейчас иду к маме и привожу ее сюда. Ну, потому что там шумно, вам будут мешать. А здесь вы спокойно сядете и спокойно обо всем поговорите, потому что разговор предстоит очень серьезный. Точно, ты права. Спасибо. Я соберусь мигом. Дай мне 10 минут. Хорошо. Ты не торопись. Да. Не торопись, ладно? Ладно. За 10 минут можно много успеть. Да.